Генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. Когда на улице осень, идет дождь, с семечками от Мартина. Всегда тепло, уютно и не скучно. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды в Приморье на субботу, 21 сентября. Лесозаводский, Дальнереченский без осадков. Дальнереченский плюс 18 градусов, Лесозаводский 19 градусов тепла. В Мельничном облачный плюс 17. В Дальнегорске в Терне осадков не ожидается, 18 со знаком плюс. В Ольге в Кавалерово переменная облачность, плюс 21 градус. Без осадков и плюс 19 ожидается в Чугуевке, в Арсеньеве и Спасской Дальней. В Пограничном и в Камень-Рыболове облачно. В Камень-Рыболове плюс 19, в Пограничном 20 градусов тепла. В Находке в Партизанске без осадков. В Находке плюс 21, в Партизанске 22 градуса тепла. В Артеме и в Уссурийске также без осадков. В Уссурийске плюс 19 по Цельсию, в Артеме плюс 21. Во Владивостоке небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Атмосферное давление будет расти, температура воздуха 20 градусов тепла. Только Вост Оптик. Очки Энни Марка для тех, кто заботится о здоровье своих глаз. Ценит комфорт и качество. Итальянский дизайн, роскошные материалы, сдержанная классика и дерзость стильных оправ. Вост Оптик. Ваш стильный взгляд на мир. Проспект 100 лет, Владивостоку, 44А. Семеновская, 30. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на субботу, 21 сентября. Санаторно-курортной зоне от Седанки до Сангорода ясный, плюс 19. На Шамаре и на Тавазе также погода ясная, 18-19 тепла. На островах Русском, Попово и Реники без осадков, плюс 19, плюс 20. В Хасанском районе малооблачно, в Андреевке и на Витязе 20 градусов тепла. В Рязановке также плюс 20, в Славянке и Безверхово 21 со знаком плюс. В бухте Анны и в Ливаде ясно, там плюс 18 по Цельсию. В бухте Валентина на Триозере также плюс 18 и без осадков. Новое направление от туроператора «Авиачартер ДВ». Прямые рейсы на Филиппины, острова Гуам и Сайпан, а также Бангкок. Американский рай или азиатский – выбирать вам. Всего 5 часов перелета, и отдых для вашей семьи становится реальностью. Спрашивайте в агентствах нашего города. Прогноз погоды в странах АТР на субботу, 21 сентября. На севере Японии местами пройдет небольшой дождь, в Саппоро плюс 18, в Токио плюс 28. На юге страны дождь, в Осаке 28 со знаком плюс. На севере Китая без осадков, в Харбине плюс 21 градус, в Даляне плюс 24. В южных районах небольшой дождь, в Шанхае 29 градусов тепла. На севере Корейского полуострова малооблачно, в Пхеньяне плюс 26. На юге Кореи также малооблачно, в Сеуле плюс 27 градусов, в Пусане плюс 28. На Тайване дождь, в Тайбэе 29 градусов тепла. Дожди на всей территории Вьетнама, в Ханое плюс 35, в Дананге 28 со знаком плюс. На юге в Хошимине плюс 31. В Таиланде небольшой дождь, на Пхукете плюс 31. В Сингапуре и в Куала-Лумпуре также 31 градус тепла. В Сингапуре пройдет небольшой дождь.